На базе нашего центра спортивных мероприятий создан волонтерский корпус «Спортивная молодежь Вуктыл». В основном активе 31 человек в возрасте от 11 до 36 лет. Волонтеры занимаются организацией и проведением социально значимых физкультурных, культурных, молодежных и патриотических мероприятий. С 2020 года организовано и проведено 104 мероприятия, а охват участников составил 2400 человек. Также создана СМИ-группа, которая освещает все мероприятия и ведут свой контент. За полтора года отснято и презентовано 56 видеосюжетов с общим просмотром более 300 тысяч раз. Подготовлено и выложено в социальных сетях 167 статей. В рамках проекта волонтеры проходят обучение по направлениям, судейские семинары, мастер-классы по фото- и видеомонтажу. Мы планируем реализовывать наш проект ежегодно до 2025 года. Мы делаем спорт доступнее.